Уважаемые одесситы, только что закончилось заседание комиссии по ТПЧС, в рамках которого мы обсуждали актуальные вопросы, касаемые предотвращения распространения инфекции на территории города Одессы, коронавируса COVID-19. В рамках комиссии мы обсудили основные проблемные вопросы в транспортной сфере, а также вопросы обеспечения нашей инфекционной больницы всем необходимым. Хотелось бы также отметить, что мы урегулировали практически все вопросы, как в транспортной сфере, так и подготовились к различным сценариям, которые возможны в Одессе. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в городе Одессе. Хотелось бы отметить, что в рамках сегодняшнего заседания мы разработали и в ближайшее время будут представлены к широкой общественности различные инструкции и рекомендации Одесского городского штаба для разных предприятий. Например, инструкция для граждан, которые находятся в самоизоляции. Инструкция по приготовлению и доставке еды для организаций общепита, ресторанов, баров, которые осуществляют приготовление и доставку еды. А также инструкцию для горожан и для владельцев розничных сетей, аптек, магазинов. Также есть отдельная инструкция по пользованию общественным транспортом. Все эти инструкции подразумевают все те меры предосторожности, которые необходимо осуществлять тем или иным организациям и гражданам нашего города. Еще раз обращаюсь ко всем одесситам. Без особой необходимости не покидать свои дома, находиться на карантине и ограничить контакты с другими людьми. Пожилым людям оставаться дома, минимизировать использование общественного транспорта. Людям, которые имеют даже малейшие признаки простуды, оставаться на карантине.